Костиночки, всем доброго, тихого, мирного дня. Не пугайтесь, девочки, я сейчас нахожусь у Кати. Пришла сегодня взять в аренду, скажем так, этот шикарный костюм. Я думаю, если вы смотрели, наверное, уже все-таки его увидели у меня на канале. Но я, естественно, как блогер, я хочу, чтобы было все красиво, чтобы у вас было как можно больше мотивации заниматься собой. Поэтому меньше разговариваю, сейчас покажу зарядку, которую обещала на каждый день. Вы знаете, девчата, я до этого ленилась ее делать, для меня это тоже вызов самой себе, ходить это да, а вот зарядку это для меня было, это было ужас, ужас, ужас. Поэтому хочу вам показать ту зарядку, которую буду делать каждый день утром. И это очень хорошо, знаете, поможет зарядить организм и начать двигаться, скажем так, вперед. Локация. Я знаю, что напишите, Лена, что ты не дома, а мне хочется здесь. Вот здесь какая-то такая атмосфера. Ну, короче, девочки, вайбер спильноте, вы все найдете, увидите, услышите. Так, короче, Лена закрыла тему с разговорами. Сейчас я включаю легенькую музыку, показываю упражнения и буду говорить, сколько их и как делать. Так, ну что, девчата, первое упражнение. Проснулись, потянулись, улыбнулись, порадовались, что проснулись, что дышим, в конце концов. И начинаем делать зарядку. Ну, сначала сходили, естественно, в туалет, взвесились, кто в моем марафоне, прислали мне вес. И пока вы чистите зубы, я так делала. Я сейчас делюсь той зарядкой, которую я делала в самом начале, когда было 137 килограммов. Значит, что я делаю? Я иду чистить зубы и стою, начинаю разгонять свою лимфу. То есть вот такими вот движениями, пальчиками, пяточками об пол. Старайтесь слегка так бить. Не сильно, не надо, девочки, я кувалдаю там быть. Нет, просто легенько мы немножечко помогаем нашей лимфе начинать работать с самого утра. И вот таких движений 100 штук. Я начинала с 50. Чищу зубы, расчесываюсь, ну краситься не получится, ну по крайней мере вот так. Делаем это упражнение 100 раз. Так, немножечко отдохнули, теперь что? Теперь тоже начинаем вот такое вот потряхивание. Можно вот так вот постукивание делать, это тоже очень и очень помогает. Так, вот так вот взяли, потрусили. Ну, девочки, ну вот такое, оно очень-очень легкое. Делать я вот так вот делала, ну, минутки 2-3, а вы смотрите по своему здоровью. То есть потрусили ручками, вот так вот можно, можно вот так вот. Так, девчат, потрусили, теперь начинаем каждый суставчик, разрабатываем, любим себя, вот так вот. Вот посмотрели на свои ногти, в порядке они, не в порядке. И вот так вот 20 раз. Так, 20 раз назад делаем суставчики. Ручки также продолжаем держать, теперь у нас локоточки. Вот так вот тоже, 20 сюда. Я не буду делать ровно 20 раз, но вы для себя, чтобы не занимать ваше времени, и 20 назад. То есть мы таким образом разрабатываем суставчики. Так, разработали суставчики, дальше идем. Вспоминайте зарядку, в школе еще так было. Назад, о, сейчас я Кате, чтобы тут ничего не позаваливало. Назад, тоже делаем 20 раз. Я боюсь, что, девочки, сейчас я немножко отойду. Делаем 20 раз назад и 20 раз вперед. В таких условиях, видите, как работаю? И 20 раз вперед. Так, все, сделали. Теперь разрабатываем грудную клетку, да, и легче дышать будет. Вспоминаем, девочки, помните школу? Мне нравится еще с поворотами. Так. Можно просто постоять на месте, не поворачиваться. Тоже это упражнение 20 раз. Так, закончили, девочки. Ищем талию. Помните как? Метр, 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 где будем делать талию? У нас не метр, у нас уже все идет. Полет идет нормально, как я говорю. Ставим руки на талию и делаем наклончики. Ножки на ширине плеч и делаем вот такие вот наклоны. 20 раз туда, 20 раз сюда. Вот так, по 2 раза. 2 раза сюда, 2 раза сюда. И так, с улыбочкой, девочки, с улыбочкой. Так, доделали. Дальше. Теперь, ну, та же грудная клетка, только те же яйца, только в профиль. Только теперь вот так вот делаем. По 2 раза. Итого таких подходов у нас будет тоже 20. Старайтесь держать шейку, да, головку. Головку, шейку, господи, что я вылю? Лена, Лена. Старайтесь держать ее параллельно полу. Во-первых, это поможет нам избавиться от подбородков, которые появляются, когда мы с вами стройнеем. Ну и это тоже будет отрабатываться хорошо, осаночка. Старайтесь, чтобы плечики были ровно. Я уже с вами сказала, не буду 20, я уже практически 20 раз сделала.
Так, повернулись, сделали. Все, если устали, немножечко отдохнули, написали комментарий, как вам мой костюм, девочки. Я жду от вас комментария в том числе. Так, все, меньше разговора, больше дела. Теперь что делаем? Ручки на плечики. Помните, у нас был физрук. Я как сейчас помню, рыжий его, кличка такая была. Он такой рыжий-рыжий был. И его называли. О, рыжий идет. И нас физрук заставлял вот такие упражнения делать. Тоже разрабатываем плечевой сустав. Можно там по 5 раз туда, 5 раз назад, в общем 20 раз. Или сделали вперед, потом сделали назад. Делайте, как вам комфортно. Сделали. Но у нас был еще тот извращенец физрук, и он нас заставлял делать вот так вот попеременно. Делаем так, назад 5 раз, вперед 5 раз, попеременно руки. Назад 5 раз, вперед 5 раз. Ну и так, в общем, 20 раз. Поменяли резко ракурс и делаем следующее упражнение. Ручки берем, складываем и делаем наклоны так. Я думаю, вы все вспоминаете эту зарядку, поэтому также делаем. Я делаю по 2 раза. Итого 20 в одну и 20 в другую. Так, ножки ставим вместе, ручки перед собой. Работаем вот с этими вот крылышками нашими такими ненавистными. Ну и лопаточки тоже работают. Тоже так 20 раз. Девчата, еще в самом начале не сказала, старайтесь подтянуть. Вот стоите, считайте, делайте так, чтобы, знаете, живот втягивать и ягодицы. Вот как будто вы хотите так раз, все и вжали в себя. Старайтесь подтягивать, чтобы мышцы эти тоже работали. Так, сделали 20 раз, потом берем ручки над головой и тоже делаем вот такие упражнения. Тоже очень и очень классно. Девочки, потанцуем. Как мы будем танцевать? Берем ручки. Помните, как танцуют? Господи, я вот стояла перед зеркалом, вот так вот крутилась. Вот такие вот, мне, наверное, ноги вот так вот все-таки правильнее будет. Вот так вот мы такие, знаете, рисуем такие эти, как их, Катя, помоги мне. Катя, стоит. Це у нас такі ідеї, бо да, я також вашого часу фізкультура була у мене в школі, але оці восьмерочку, да, рисуємо восьмерочку. Вот рисуємо восьмерочки, і смотрите, як тазобедренний сустав у нас хорошо ходить. Боже, якая, девочки, краса, ви подивіться, якая пластична. Все, возьмемо. Так, девочки, покрутили немножко восьмерочки. Дальше эти упражнения. Смотрите, это будет вот такое, чтобы вы понимали, идти оно по кругу. Тоже вот таких кругов будет 20 в одну сторону, 20 в другую. Но, значит, когда мы идем с вами вперед, грудь мы с вами стараемся лопатки назад вперед, возвращаемся сюда, здесь мы сжимаем, да, такая дуга у нас сзади идет. Вот вам вот так вот будет видно. Здесь опять мы разжимаем грудь вперед. Как будто вот так вот собираемся. Собираемся и вот так вот 20 раз в одну сторону. И 20... Ой, видите, трошки перепутала. Вот так вот. И в другую. Так. Грудь мы проработали. Теперь прорабатываем таз. Прорабатываем таз тоже. У нас идет 20 в одну сторону. И 20 идет в другую. Также, я уже не буду выключать камеру, не буду мучить Катю. Также у нас сейчас идет и... С головой тоже 20 в одну сторону и 20 в другую. Девочки, наши любимые коленки полусогнуты и прокручиваем коленочки. 20 в одну сторону, 20 в другую. Расставляем ножки и вот такое движение внутрь и в обратную сторону. Выгребаем то, что нагребли. Так, разогнулись. Теперь берем ножку и одну в сторону, вторую в сторону. Одну в сторону, вторую. Так мы сделали 20 раз и назад. 20 раз. Так, закончили. Теперь ножки и приседаем. Можем так приседать. Приседаем. Не можем, значит, просто на ширине плеч и сели немножечко, вот так подержали. Здесь мы это все дело подтягиваем. Ну и, естественно, когда мы заканчиваем, я уже розовенькая, смотрим, девочки, в небо и благодарим Вселенную, что дала нам силы, возможно, сегодня проснуться,
дала нам возможность подпитаться этой энергией. Я вам желаю крепкого здоровья и мирного неба. Я вас люблю, целую и ценую. Пока-пока. Будьте здоровы!